Солнце, море, сосны, горы. Впечатление от природы Средиземноморья Семен Кожин запечатлел на холстах своих картин. Каждое лето он, как зачарованный, отправляется в путешествие с этюдником. В поисках ярких пейзажей Семен прошел километры побережья Греции, Хорватии, Турции. Меня туда тянет каждое лето, дает возможность мне, как художнику, поменять палитру, цветовую гамму, то есть какие-то сделать для себя открытия. Выставку, которая открылась в галерее Калужского дома музыки, озаглавили «Очарованный морем». Подобные сравнения обычно используются при упоминании великого мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. Есть какие-то ассоциации с Айвазовским? Да, думаю, что не особо. Нет, тут как-то больше такое спокойствие такое, да, умиротворение у Айвазовского, там, наоборот, там, пучина, вот. Нет, думаю, нет, я не вижу. Может быть, где-то в юности автор и увлекался Айвазовским, что-то, да, есть. Очень, очень положительные эмоции. Приятно, что у нас в Калуге открылась такая выставка. Он именно пишет штиль. Штиль, он находится именно в таком свободном формате, такое как бы безмятежье. Айвазовский писал именно бурю эмоций в воде, как вода может гармонировать с человеком и как человек может гармонировать с водой. И действительно, полный штиль. Каждое лето Семен Кожин пишет около 100 этюдов, которые потом перерабатывает в масштабные пейзажи. Писать этюд во время шторма практически невозможно. Секрет Айвазовского заключался в том, что он в основном создавал свои полотна по памяти. В итоге, получается, на репертуар, так сказать, влияет, кроме прочего, творческий подход. Он был романтиком, и он, в принципе, фактически создавал море. То есть у него море, оно очень эффектное с точки зрения настроения. У меня практически, ну, чаще солнце, да, встречается, закаты, восходы. Вот. И у него море, у него оно другое, да, то есть я, ну, по-своему, да, вижу морскую стихию. Что еще отличает нашего современника от Айвазовского? Манера письма. Семен считает себя в большей степени последователем импрессиониста Коровина, а не романтика из Феодосии. А еще на полотнах, представленных в Доме музыки, вы кроме моря найдете античные развалины, песчаные пляжи, скалы, яхты, настроение безмятежности и вечного лета. Очарован Семен Кожин прежде всего самой жизнью. Анастасия Ивашкина и Дмитрий Кудеяров. Легкого дня!